Итак, всем здорово, с вами Янс. Сегодня у меня будет игра на VR-очке, на низких PTS. Сразу скажу, игра будет как в аду, потому что это, во-первых, 83-й патч, во-вторых, играю я утром на низких PTS. Полная жара будет. Надеюсь, мид никто не заберет, как в прошлой игре, и не нафидят. Нет, не дам. Всякие люди пытаются с 0 винрейтом, там 0 кд, мид занять, отжать мид. На фиде там 0 на 100 и АФК встать. Пиздец. Чё-то не знаю, захотелось на верочке поиграть. Давно не записывал видосиков. Сыграл уже одну игру. Но там вообще была полная пизда какая-то. Бара купил топор, фармил, что-то там догон купил себе, ничего не делал. СФ мидерский 0 на 100 АФК встал. Все фидели, короче, как шлюхи, я ебал. Срались там в чате, пиздец, тупо ад, и тут такой же будет. Потому что сейчас утро, там народу 2000 на Сикапе. Играть вообще не с кем, я даже зашел на этот аккаунт, купил про аккаунт, чтобы люди заходили. Благо цены там, видимо, из-за Нового года. Низкие на про аккаунт можно себе позволить. Что-то захотелось вот на VR-очке поиграть. На непростом герое. На 1К на самом деле никому. Ну не то что на 1К, а на низких ПТС вообще. Не рекомендую пикать новичкам VR-очку, вообще не рекомендую. Во-первых, надо попрактиковаться со станами. Во-вторых, почувствовать героя, там правильно закупаться. Именно через Мьёльнир, Аганим, Даггер. Там по ситуации какие-то еще можно артефакты, но в целом Мьёльнир, Даггер, Аганим лучший билд. Особенно на низких ПТСах. Главное мид идти, не, но если вас забрали мид, можно пойти и в харду, там как-то постоять с замакшенным винраном, если лайн противный. Ну или просто... Если лайн вообще еще хуже, чем противный, просто как-то стрелами откидываться, повершотами, то есть. Ладно, хоть мид никто не забрал, уже радость. Понятно, кто-то уже умирает там. Пуш 7 тунгусов. Попробуй пробей, называется. Также пробовал 85-ю карту захостить, вообще никто не заходит туда, к сожалению. Не хотят люди ее играть и все. Почему-то у меня, знаете, желание поиграть в доту первую появляется только утром, ну записать видео. Бля, у меня винрана-то нету.
Без нолика очень херово. Урон небольшой. Но нолик не получилось купить, так как куру надо купить. На низких ПТС курочку, кроме тебя, никто не купит. Да, блядь, пиздец, всех крипов проебывало. Пуджа может быть инвиз какой-то. На город наших союзников напали враги. 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 Бля, на карте никого нету. Опасно, надо какой-нибудь нулик себе, думаю, купить. Просто для статов. Ну и вардишек поставить. На город наших союзников напали враги. Бля, кто там убивает? Ебаный рот. Слардарыч убивает. Ганги просят аутист. А сами будут под вышки стоять. Ладно, хоть инвиз, если инвизы можно попробовать. А то потом, если ты не гонешь, они просто ФК там встанут. Лучше уж сбегаю, проебу немного время фарма. Зато. Хотя не, нормально получилось. Но с инвизом повезло, что инвиз был. Повезло, что эти придурки под вышку полезли. Крипы откуда-то вылезли, откуда вы там вообще взялись? На город наших союзников напали враги. На город наших союзников напали враги. Чучело, что тебе надо?
Ебать. Надо вниз еще вард поставить. На город наших союзников напали враги. Да уж. Хоть кого-то убили, команда. На город наших союзников. Сэф там с рецептом бегает. Шейкера мы вряд ли тут кого-то убьем, конечно. Красиво станешь, красиво! Бля. Хорош, стрик снял. Надо его игрок наказать. Блять, даже фраг не смог забрать. И так все херово. Да что-нибудь сделайте, что ничего нету, что ли? Ебать, жирный какой. Да ёб твою мать, какого черта, как они дохнут от крипов? Сиди, СФ. Зачем ты такой мощный? Пощады. Съебываем нахуй. Бара сейчас прибежит. Меня пощадили, походу. Я думаю, бара все равно прибежит ко мне. Рунку бы еще взять. Какой-нибудь регенчик там. Ну, тоже неплохо. Дальше. О, а это иллюзия, скорее всего. На город наших союзников напали. Давай, Шейкер, застань, умоляю. Шейкер, да кого ты, блядь, станешь, ты имбецил ты? Ууу, ништяк. Он вообще, походу, у Шейкера косоглазие. Ну не может пацан с станчиками попадать.
Ну этого мы тут не усилим, наверное. Хотя не осилим. Ништяк. Все еще не могу от прошлой игры отойти, там такой ад творился, тут хоть, блядь, получше, на самом деле. Тут куда лучше, тут просто у меня в прошлой игре все 4 просто по 0 на 100 бегали, я не знаю. И срались, чат, тут хоть получше немного ситуация. Бара, что ли, бежит? А не, оказалось. Слардар фидит, это ништяк. Давай, снайпер, еще ему закидывай. Ништяк. Ништячок. А, пожалуй, еще варды куплю, потому что, ну, кто же еще тут купит на низких ПТС? С этим тут проблемы. Надо вышку попробовать забрать на миде. Ульту тратить не буду. Хотя бы на рунке сейчас варды поставить. Хоть что-то будет видно. Тут видит, да, меня? Понял. Что, бара не бежит? Куда ты пошел, дебил? Следующий арт агоним, наверное, сделано. Да ладно, кто-то вард поставил? А, нет, я думал, это вард. Птица. Шок то, что он вообще эту птицу качает. Бля, я только с топа ушел, и там какой-то замес начался. Без меня, бля. Я бегу. Ну где молнии-то, ёбаный рот? Пиздец, вообще какой-то бред, где молния?
Нихуя не выпадают молнии. Пиздец, блядь. Ко мне там Барос бежит уже, наверное. А вот, остановился. Но я ничего не сделал, у него ман нет. А, реген. Хуя ся. Реген — это хорошо. О, шейкер там врывалка. Врывалка просто. Да сука. Бля, хоть кого-нибудь бы найти. Пуч, блять, засал дальше идти. На город наших союзников напали враги. Лордарыч уже хотел застанить. Если бы он застанил, он бы шейкера убил. Блять. Но как его догнать? А никак. Молнии, работай. Работают. Нет. Сука, догорел. Ладно, ничего страшного. Бывает. А сейчас надо доделать аганим и линку какую-то делать. А то там станы, вот эти вот бары, сардары. О, так там пусть ливнул, что ли? Ничего себе. Лол, еще 27-27, пиздец. Ну, такое на самом деле редкость. Это же низкий ПТС. Тут вообще ад творится полный. Так, СФ-чик там с лотаром. Сардар пока без ничего. У него такой хороший старт был, он там убивал всех. Ну, даже даггера нету, это отлично. Куда мой стан улетел? Чё по станам, шейкер?
Да хоть как-нибудь подстанет подзамедлить его. Все он наш. Ладно, все ливают там уже. Все-таки сделаю дагерок без дагерка. Как-то сложно будет связывать пацанов. Блять, ты-то что тут забыл? Ну а ты харкать-то... А, у него мана нет. Ништяк. Ладно, подожду аганима. А нет, не подожду. А, так это же ливер. Шейкер вечно силить пытается. Зачем, спрашивается? Да, боже мой, блядь. Прилетит когда-нибудь мои шмотки или нет? Переагривают куры, бомжи какие-то. Чем хорошо... На низких ПТС играть тем, что тут хер ФФ напишут. Ну, когда мы выигрываем, естественно. Можно хоть там побольше артов набрать. Растянуть удовольствие. Но только когда выигрываешь. Давай, 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 что-нибудь, станчики. Ты куда улетел? Улетел куда-то. Да ёб твою мать, а он не ко мне? Классно ворвался шейкер. Чуть-чуть камбэкнули поцки. Снайпер, походу, сейчас умрет. А нет. Тоже у пацанов достов нету. Блин, там дагеров куча, аватаров всяких. Все, снайпер, уходи отсюда. Кстати, может, огр еще убьет. Давай пулю. Штяк. Походу огр отъехал. А, да ладно, жирный пидор. Надо, короче, стики какие-то продать. Купить хоть вардов. Блин, жалко, тут нельзя и сентри, и опсы в одну пачку.
Ладно, так, пойдем. Пока без вижена, без синтрей. Хотя бы варды поставим, потом, может, гем какой-нибудь купим. Пизда мне или нет? Шейкер, давай, ебаш. Бля, ну зря ты ультуешь. Сука. Этого бы поймать бы тоже. Фига себе, вардят еще. Лул. Бля, как я тут не связал-то шейкера с барой? Пиздец. Я думал, мне уже ГГ. Но шейкер немного помог. Кстати, да, где у них СФчик? Пропал куда-то. Куджа еще контролит, не хватит, какие жесткие. А похуй на него. Сефа бы найти. Даже без вижена можно убить, если я свяжу. Связывать довольно сложно. Нужна практика на верке, чтобы хорошо прям связывать. Почему я? Снайпера так гнобили вначале. Камбэкнулся. Пацанчик. О, господи. О, нихуя себе. Приплыли, называется. Нет, пожалуйста. Так, кто у них там живой? Бара, блядь. Бар, что? А мы сейчас кого убивали-то, блядь, на бару, что ли? Не, ну с даггером попроще связывать, конечно.
Бля, как сейчас не связало? Ну ладно. Бля, маны бы где-нибудь найти. Вообще, на самом деле, реально, вот новичкам не советую играть на ВРочке, потому что герой непростой, ну, не сказать, что сильный. Советую всегда, но если вы уж взяли ВРочку, то советую собирать после фейзов, там, после ботла, если вы на мид идете, Мейнсторм, обязательный артефакт для ВРочки. Потом можно догерок, потом аганим там какой-то. То есть покупайте Мейлстормчик, потом какой-нибудь аганим, дегерок, и ништяк. Связали, за ульт убили, шли, пофармили, потом опять связали, убили. Ищите одиночные цели, ставите варды себе, если да, никто не ставит вам варды. Сами поставите там во вражеский лес, бегайте, пытайтесь кого-то убить. Благо в лесу во вражеском полно деревьев, связывать не так и сложно на самом деле. Связали, убили, и нормально. Ну, я тут рапирку куплю, тут уже конец игры, похеру. На самом деле, очень сложно эти видосы уже записывать стало. То у тебя мид заберут, то еще что-то натворят. Вообще жесть какая-то. Я уже не говорю о какой-то интересной там игре. 20-й фраг под конец сделал, и нормально. Ну, ладно, ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Янс. До скорого.